Иди. Энгин. Кан прав. Они твоя семья. Жил однажды в стародавние времена могущественный и грозный правитель Шах-Шахрияр, при одном лишь имени которого сотрясались в страхе и небо, и земля. Как-то раз Шах отправился со своей свитой на охоту и вернулся во дворец раньше обычного. И вот он видит, как возлюбленная жена его изменяет ему с рабом. Он не поверил собственным глазам. Шах тут же убил неверную жену. Когда речь заходила о женщинах, Шах всегда повторял: «Друг мой, никогда не доверяй женщинам, их обещания пустые и лживые». Считая всех женщин коварными искусительницами, Шах каждую ночь проводил с молодой девушкой, которой наутро безжалостно отрубали голову. Он так ненавидел женщин, что матери боялись рожать дочерей. Если же на свет появлялась девочка, родители прятали ее подальше от глаз жестокого повелителя. Однажды дочь визиря Шахерезада решила защитить всех молодых девушек страны от безжалостного и злопамятного Шахрияра. Она упросила отца, чтобы ее отдали в негостеприимные покои Шаха. Отец согласился. И вот в слезах он вел свою дочь на верную погибель. Шахерезада провела ту ночь наедине с упрямым Шахом. В полночь милая девушка стала рассказывать Шахрияру чудесную сказку. Однако на восходе солнца она прервала свой рассказ на самом интересном месте. Шах-Шахрияр приказал ей продолжать, но она ответила: «О, Шах, я устала, позволь мне забыться сном. Обещай, что следующей ночью мой рассказ будет еще интереснее прежнего». И тогда он решил казнить ее утром следующего дня. Шах согласился, и Шахерезада уснула.
На вторую ночь Шахерезада сладким голосом начала рассказывать Шаху новую сказку, но вновь прервала ее на самом интересном месте. Шахрияру было любопытно, чем же закончится волшебная сказка, и он опять решил пощадить Шахерезаду. Так продолжалось ровно 1001 ночь. Когда все сказочные ночи закончились, могущественный шах Шахрияр наконец понял, что далеко не все женщины в мире неблагодарны, коварны и распутны. И Шахерезада стала его женой. А те истории, что Шахерезада рассказывала шаху Шахрияру темными ночами, называют с тех пор сказками 1001 ночи.